Всем привет, с вами Ништяк. Мы сегодня продолжаем проходить игру GTA San Andreas. Миссии у меня на карте нет, значит мне сейчас позвонят по телефону. Так, теперь у нас появилось задание в казино Калигула. Отправимся в казино Калигула. В общем-то, все, добрались. Так, уберем оружие. Как тут дела с Милли? Ну, кстати, это у нее там надо получить ключ-карту от казино Калигула. Чтобы появилось еще задание у Бузи. Но это я потом с этим разберусь. Так, ставим заставочки. Блин, вот... В казино Калигула хорошо, что можно в помещении везде бегать быстро, что ускоряет процесс добегания до миссии, а вот в казино 4 дракона не везде, к сожалению. Ладно, сейчас нужно отправиться в аэропорт и взять самолет. Но как только вы придете там в Лос-Энтурос, лучше пока не брать подковы вообще ни одной. Если вы хотите собрать все подковы, самому их будет найти непросто. Лучше, знаете, найти карту в интернете, карту подков, там места всех подков отмечены, и искать таким образом, иначе потом трудно будет, можете не запомнить, где нашли, а где нет подковы. Также там еще будет одна подкова, я когда ее искал, было трудно искать, потому что, оказывается, она была под землей, как бы, на рельсах. Ладно, сейчас нам нужно добраться до, до Liberty City, ладно. Все добрались. Там, чтобы добраться до Liberty City, нужно было на определенной высоте долететь до той точки на радаре. Потом, ну вы видели, где примерно, пролетал. Там выше воды и ниже облаков, так сказать. Да что такое? Опять с этим чуваком проблемы. Чуть по нему урон вообще нифига не проходит. Попробую с винтовкой. Серьезно? Ты что, угораешь? Почему винтовка не саншотила? Более того, почему несколько патронов потребовалось, притом я его даже еще не бил. Не знаю, может это особенность чувака. Такс. Все. Теперь надо обратно возвращаться в Лос-Вентурос. Ну, в целом-то все, добрались до аэропорта, теперь надо приземлиться. This is flight CJ-101 out of Liberty City, requesting final approach to Los Venturas International. Вы на радаре увидите точку там, но не обязательно на ней приземляться. Надо просто приземлиться в аэропорту и все.
на вот эти вот на шоссе. Так, главное осторожно, иначе можно так случайно врезаться в землю, и все, самолет взорвется, и не все провалится. Все. 20 тысяч долларов, плюс авторитет, миссия пройдена. Не такая же она и сложная, если научиться управлять самолетом. Брони смотреть, сколько осталось, совсем чуть-чуть. Ну, в общем-то... Ага, телефон еще звонит. Hey, call, my boy. Никакой миссии просто не появилось. Да, брони, как я уже сказал, смотреть, сколько осталось, вообще... Ее по сути нету. Маленькая коцани, и все, больше нету совсем. Ноль просто. Что, еще? Еще? И опять же миссия не появилась. Дважды позвонили, и миссия не появилась. Ну, в общем-то, ладно. Я на этом заканчиваю. С вами был Штерик. Увидимся в новых видео.